Мы должны что-то сказать туда, нет? Да. Сегодня Сережа будет делать мой макияж, он не знает ничего про это, поэтому посмотрим, как он справится. Сережа очень любит, когда у меня яркие губы. Да, 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 я люблю. И еще Сережа, наверное, сделает смоки айс черным. Если бы я понимал, о чем она говорит, наверное, я бы согласился. Поэтому смотрите, если вам интересно. Я выложила на столе всю косметику дешевую, которая у меня есть, потому что... Дорогую жалко. Да. Поэтому тут достаточно много всего лежит. Весь, на самом деле, не очень большой столик, но весь забит косметикой, поэтому... Тут написано, что это основа под макияж, маскирующая поры, но, видимо, надо начинать с основы. Хорош! Ну куда? Ты же сказала, что он дешевый, его не жалко. Так? Да. Слушай. Я, конечно, растушевываю кончиками пальцев, но... Слышишь, что ты меня чешешь? Массажная линия. Ты слышишь, куда они потом? Вот это она, да? Нет. Одна из? Ну это же глаза, нельзя их так тянуть. Жидкий свет. О, жидкий свет. Мне нравится. Да, отлично. Лайли крем, это реально не нужно. Спасибо, коллега. Блин, может мне кисточку будет? Не знаю, как ты удобно. Так, займемся тем, что я больше всего люблю. Будем растушевывать. Для этого нам нужна кисть, я не знаю какая, поэтому я возьму ту, которая нравится мне на вид больше всего. Можно же, да? Ты их потом отмоешь? Ты такое серьезное лицо! Я вообще-то занят серьезным делом, если не заметил. Оп! Ну что такое? Ладно, а глазами мои синяки ты оставил? Ну да их почти не видно. Ой, да ладно, их даже с тональником видно. Ну-ка, посмотрим, что это. Антиэйдж. Тут не написано, что это и как этим пользоваться тоже. Но я в правильном направлении. Да, это оно. Ага, хорошо. Выглядит так себе. Я бы, короче, размазал так, чтобы консилер с тональником приблизительно... Размажь? Давай размажу. Конечно, почему нет. Иди ты сюда. Если видно какие-то покраснения, где-то до сих пор, для них тоже стали есть консилер. Продолжим поиски консилера для покраснений на коже. Нет. Айброу гель маскара. Это что-то без надписи какая-то... Я не буду говорить, на что это похоже, но выглядит неаппетитно. Это тоже явно не оно. После этого что мы делаем? Правильно. Растушевываем. Моя школа. Что, да, я вкручиваю тебе кисть в лицо. Да, отлично, отлично. Теперь я помню, что нужно как-то скулы, что ли, выделять, чтобы сверху было посветлее, снизу было потемнее. Давайте-ка посмотрим, с помощью чего мы можем это сделать. Угу. Ладно, давайте нанесем пока базу под глаза. Это я хоть знаю, что такое. Это не закрывай глаза. Это же вот сюда должно быть, да? Я не вижу, куда ты показываешь. Ну, блин, вот... Надеюсь, это не очень. Глаза не открывай. Не открывай глаза. Ну что, что, что? Нет, не надо. Что ты хочешь? Да блин, как его? Вот эту вот тему я хочу все же найти. Вот это? Нет, это тени. Это консилеры. Да? Написано консилер. Удивительно. Так это оно, да? Блин, а мне так понравился зеленый. Мастер скульпт. О, а тут два оттенка. Прикольно. Наверное, это оно. Так, ага.
Нам нужна плоская кисть, насколько я понимаю. И, видимо, сначала мы наносим контур. Я не знаю, что я делаю, мамыш. Возьми что-нибудь более пигментированное, скажу, что это вот это. Тут написано, что это эльф некий. Оу. Неплохо, ладно. Пигментировал достаточно. Мы сейчас растушуем. Да. Так, продолжим растушевывание. Я не знаю, что я делаю. Слушай, как можно удалить один слой? Все остальные мне нравились больше. Подожди, подожди, это подожди. Это не фотошоп. Ну, блин. Нет, малыш, это какой-то как будто... ну, так же нельзя. Ладно, нет, уж как есть, так и есть. Оставим. Куда еще наносит такой фон? Ты все равно красоточка. Под глаза, наверное, чтобы выделить синяки. Ладно, пошли дальше. Подожди, подожди, подожди. Кажется, она становится бледнее. Ну-ка, значит, и та станет бледнее сейчас. Да. О, действительно. Теперь она они стала... ровные? Нет, они не ровные, конечно. Но я просто могу сделать так, чтобы их вообще не было. Ага. О, слушай, а неплохо получилось. Надо было просто серьезнее растушевывать. Да, я всегда говорю, хорошо растушевать – это особое искусство. Продолжим. Что еще нам необходимо сделать? Мама у меня наносила румяна на яблочки щек. Так, румяна. Крем-блаш. Слушай, ну это похоже на румяна, но я не знаю, румяна это или нет. Это румяна? Ну-ка, улыбнись. Еще? Еще улыбнись. Они так смешно трясутся. По-моему, с лицом все. Но последнее. Мне нравится. Но глаза, по всей видимости, лице. Нет? Закрепитель? Нет. Ты говорил вначале, темные светлые наносишь? А, да, надо же темное нанести. Темное ты уже нанес. А, светлое, светлое. Что дальше? Растушевываем. Растушевывай. Не, ну мы должны это сделать или нет? Ты главный. Решай. Глаза, по всей видимости, начинаются. Надо накрасить ресницы для начала. Сначала то, что выше глаз. Брови. Так, так, так. Тут есть броу-гель. Это, видимо, для бровей гель. Нормально, стой брови, не переживай. А чешутся брови после этого? Нет? Должны. Блин. Да, серьезные брови у тебя, гражданочка. Почти ровно. Да. А теперь тени, да? Давай. О, мне очень нравятся фиолетовые тени. Но, по крайней мере, мне нравится, когда Настёна их наносит. Я не знаю, как получится у меня. И, во-первых, их надо найти. Смоки, 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 айс. Закрывай, закрывай. Сейчас, сейчас, сейчас. А чем растушевывать на глазу? Есть какая-то особенная кисточка, нет? Хорошо. Это не выглядит ровным. Нисколько не выглядит ровным, по всей видимости. Главное, правильно растушевать. Что теперь мы еще можем сделать? Мы можем выделить уголки глаз. Для этого мы воспользуемся более светлыми тенями. Да, конечно. Внизу. Хорошо. Внизу? Ну не тенями же. Стой, 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 а что, правда, тенями внизу?
Я не знаю. Я тоже не знаю. Тенями. Теми же, да, которыми и сверху. Не обязательно теми, можно другим цветом. О, наконец, фиолетовый. Это же сюда надо менять? Мне кажется, это на километр от моего... От твоего глаза? Нижнего века, да. Нет, ну это нижний век, конечно. Мне кажется, ты красишь мне мой синячок под глазом, который и так есть. Ну-ка, ладно, хорошо. Я надеюсь, что у меня получится растушевать то, что я намалевал. Ага, хорошо. Царица. Посмотри-ка на меня. Да, идеально. Я люблю макияж погуще. Когда я работала в Майке, Сережа обожал, как я кажусь. Да, мне очень нравилось. Так, растушевывание. Самый замечательный процесс. Не знаю, подойдет ли эта кисть для него. Да что ж такое. О чем они? Они отличаются? Одна кисть, другая направо. О, господи. Ладно, хорошо. Так, давай-ка начнем. Открывай глаза. Я помню еще, что растушевывать надо так, чтобы переходов между тенями было не видно. Чтобы они растушевывались в единый переходный оттенок. Такое лицо! Я напряжен немного. Ладно, глаза подойдут. Продолжим? Да. Ресницы. Не, подожди, давай сделаем стрелочку. Так, ну-ка. А она же прям вот... отсюда. И себе каждого клиента обнимала так, как ты меня сейчас. Кто? Ко мне обращались. Снизу так вообще надо. Ладно, слушай, я уже начал. Почему бы нет? О, да. Если ты не делал, то мне не хочешь. Не нравится тебе. Даже такая. Или особенно такая. А эту тему надо растушевывать, не? Нет, это не надо растушевывать. Я? Чё? Все плохо. А, слушай, если я мазнул, как ее стереть? Ты ее так раз мажешь. Замазывает какую-то площадь. Блин. У тебя как будто топор на глазу. Да. Слушайте, ну это в любом случае не так просто, как казалось со стороны. Да. Я не могу сказать, что это ровно. Да это вообще полный финиш. Душ. Ага. Ой, боже, я боюсь. Ну ты глаза-то открой пошире. А, их же сверху типа надо красить. Тогда закрой поплотнее. О, полная готовность. Ты думаешь, я так крашу людей? Думаю, что нет. Думаю, что я крашу людей именно так. Теперь нижний. Наверное. Итак, губы. Яркие? Может, да. Сначала именно? Им надо, есть же контур для губ, да? Думаешь, оранжевый подходит сюда? Думаю, что нет, но... Да, хорошо. Теперь нужно найти цвет. Это липстик. Да, готово, но разровняй немножечко, да. Кажется, губы удалить у меня лучше всего. Ага. Да, готово. Готово? Да. Хочешь посмотреть на это? Ты уверена? Да. Сначала я посмотрю отсюда. О, боже. Похоже на трансвестита. Мама дорогая! Серёжин результат? Восхищает. Восхищает. Да. Но губы получились лучше всего. А кожа? Нет. Ладно, на это наше видео, наверное, закончено.
Ну, больше нечего красить. Добавить больше нечего, потому что я совершенствую. Мы очень надеемся, что вам понравилось. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока. Пока.